Не ожидал я тут никого. Мир вам. Так, минутку. Сейчас, минутку направлю тут все. Сейчас. Да, с миром принимаем. Меня слышно, да, хорошо? Да, слышно хорошо. Ну, знаю, что у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, нет, я по вопросу, вот, по которому, по Алексею. Информации просто неудобно писать, чтобы мы сразу обсудили это. Я ему отправил уже информацию. Так. Он мне пишет, в общем, что в пятницу его план, и как предложение вам идет, планирует интервью на вечер пятницы. Но это в студии, он написал, в студии. Какой-то у него, видимо, на его территории, или у него там знакомые, в студии какой-то. Вы как на это смотрите? Никак не смотрю. Как скажут, так и сделаем. Так, все принято. Так, и вот он предлагает, вот он спрашивает, в субботу мы можем в деревню к нему поехать? Или это далеко? А в субботу вечером бы он бы улетел. Вот по поводу этого вопроса. Это не просто деревня. Это туда в окружном едут, километров на 50 дальше. Это когда машины есть, туда дороги вообще нету сейчас. Там такая жижа, ну, слякоть. Это надо на поезде, вечером той куда-то идет, среди ночи никто встречать не будет. Приходит поезд где-то в 2 часа ночи или в час ночи. Это абсолютно невозможно. Если летом на своей машине и знает маршрут, тогда можно. Ну, тогда по этому вопросу я ему отбой пишу. Отбой никак, абсолютно никак. Потому что наши едут, они едут на одной машине через Корчино, это дальше туда проезжают, а потом в обратном порядке там дорога, ухабы. И там у них машина стоит Нива, перегружают на нее, и тогда уже к Потеряевке кое-как пробираются. Да, ну, тогда, может, ему что-то предложите, там, не знаю, может, в общину, может, ему предложить в воскресенье, потому что он на богослужение. Ну, надо заранее сказать, чтобы он побыл здесь, на собрании побудет у нас здесь. А от батюшки тут не будет эту неделю. Это. Так, подожди. Да как раз батюшка и будет, священник будет здесь, скажи. А это вот воскресенье, да? Воскресенье верное как раз. Так, вот, сейчас я запишу. Побудь, скажи, никак назад не... Ну вот это, в конце недели-то будет здесь, чтобы воскресенье утром был здесь. Все, я буду на этом настаивать ему туда. Вот, а настаивай прямо, скажи, ты никогда в жизни больше не будешь. Будет собрание, будет богослужение. Ага. Только скажи, по нашим меркам ты соглашенно будешь выходить, заранее сказать. Ну да, конечно. Потому что там вокруг него игру эту устроили. Ну, это да. А когда он крещение-то принимал? Крещение-то когда было? Ну вот узнаете, я не знаю ничего по этому поводу. Наверное, в детстве было. Неверующий был и причащается, ничего не понятно. Ну, обманули. Ладно, я что, как скажу так. Во сколько он думает, примерно, быть тут? Вот этот вопрос еще уточним, и я отпишу. Наверное, он билеты будет... Вот сейчас мы, когда вы добро дадите на пятницу, он уже, наверное, будет билет покупать и конкретно... Добро уже дал. Нужно знать, во сколько он будет здесь и во сколько туда собираться, и тогда я кое-кому сообщу. Я не один пойду. Мне нужно даже люди, которые снимать будут. Да. В пятницу, да? Да, в пятницу вечером. Кто у него там, узнаете, кто у него там знакомый есть? Хорошо, все узнаем. У меня там тоже хороший знакомый есть, Павел Лозовой. Павел Васильевич. Лозовой. Вот знает он его или нет? Павел Лозовой. Да, Павел Васильевич Лозовой. Лозовой. Он там, в ГТРК. А, в ГТРК, все понятно. Ну да. Это так, все в одном здании у них там. Так, понятно. Так, а у вас, значит, примерно собрание в воскресенье до скольки часов идет? Ну, утром собрание как, богослужение кончится, но в 10 оно уже у нас заканчивается, и собрание. Сразу собрание прошло, трапеза, а потом занятие, чтобы он не торопился никуда. Все, хорошо. Своими глазами все это увидит, и на занятиях, и все. А вечером, или во сколько уже брать на воскресенье на вечер отсюда? Все, принято. Да. Вот это будет дело. Тут тогда можно будет поговорить, кто его на аэродром отвезет. Тут автобус туда идет. Туда ехать незачем. Так, ну все тогда.
Сейчас тогда я буду с ним связываться и вот эту информацию передавать. Мои телефоны у него есть? Да. Я сейчас скину вам еще несколько телефонов на всякий случай. Ладно, давайте, скидывайте. Да, так еще что? Все, вопросов пока нет. Все, спасибо. Он не говорит там, что его больше интересует. И дело в том, что я первый вопрос ему задам, обещан или нет. Дело в том, что я не могу говорить так, как люди говорят. Я подготовлю. Я скажу то, что скажет Господь Бог, как Михей говорил, мой любимый пророк. Да, обидчивость. А иначе, что он побудет, да уедет, да это ничего не дает. То есть, я скажу, у тебя бессмертная душа. Ну, все понятно, Игнат Тихонович. Давайте я сейчас свяжусь с ним, чтобы оперативно. Больше ничего нет, да? Ну нет, больше вот только это хотел узнать. Ну что у него там еще есть? Он один летит? Вот все сейчас узнаю. Надо узнать, один или нет. Во сколько он будет здесь? Где он ночевать будет? В гостинице там где-то ему? Ну тут как всегда он путешествует. Где он будет? И потом... Ну, вот я сейчас... Ага. Потом как? Во сколько, куда? Где? В студию там или кто? Мне-то тоже надо знать, там сообщить фотографам и корреспондентам, кто может прийти. Вот я сейчас ему позвоню и все это узнаю. Если вы здесь пока останетесь, я вам перезвоню сразу. Да просто можешь скинуть и перезвонить. Или, да, или скину просто. Напиши просто и все во сколько. Все, ну все, я уже... с Богом. Все, с Богом. Спаси Христос. С Богом. Спаси Христос.